So everyone, my name is Daria. 2019 is right around the corner. New year, new life. Have you ever made a new year's resolution? Did you keep it? In this video, I will give you some ideas of resolutions and you will learn how to write them in Russian. Let's go! New Year's resolution. You can translate into Russian as «Мои обещания на 2019 год». «Мои обещания на 2019» or «Мои цели на 2019». «Мои цели на 2019». It can be general or concrete goals. It's up to you. Мои обещания на 2019. Travel more. Больше путешествовать. Больше путешествовать. You can write a deadline or how often do you want to travel? Travel more. 4 times a year. Or go to Philippines. Больше путешествовать. 4 раза в год. Or go to Philippines. Поехать на Филиппины. Поехать на Филиппины. To give up smoking. Бросить курить. To give up drinking. Бросить пить. Бросить курить. Бросить пить. Stop eating sweets and junk food. Перестать есть сладости и вредную пищу. Перестать есть сладости и вредную пищу. To go to the gym. Ходить в спортзал. Ходить в спортзал. To get in shape. Привести себя в форму. Привести себя в форму. To get in shape by April. Привести себя в форму к апрелю. Привести себя в форму к апрелю. Because in April you go to Philippines. To drink more water. Пить больше воды. Пить больше воды. To go to bed earlier and wake up earlier. Раньше ложиться и раньше вставать. Раньше ложиться и раньше вставать. To get more sleep. Больше спать. Больше спать. To learn Russian or a new language. Учить русский. Учить русский. Или новый язык. Новый язык. In the parentheses, you write, for example, 1 hour a day. To watch less YouTube. Меньше смотреть YouTube. Меньше смотреть YouTube. To spend less time online. Проводить меньше времени онлайн. Проводить меньше времени онлайн. To read more. Больше читать. Больше читать. For example, to read a book a week. Читать одну книгу в неделю. Читать одну книгу в неделю. To get a better job. Найти работу получше. Найти работу получше. To find a new hobby. Найти новое хобби. Найти новое хобби. To stop procrastinating. Прекратить прокрастинировать. Procrastinate in Russian is also прокрастинировать. Прокрастинировать. Or you can say откладывать дела на потом. Откладывать дела на потом. Stop procrastinating. Перестать откладывать дела на потом. Перестать откладывать дела на потом. Spend less money. Тратить меньше денег. Тратить меньше денег. To start saving money. Начать откладывать деньги. Начать откладывать деньги. To do something new every week. Делать что-то новое каждую неделю. Делать что-то новое каждую неделю. To worry less. Меньше волноваться. Меньше волноваться.
Stop worrying what people think of me. Перестать волноваться о том, что обо мне думают люди. Перестать волноваться о том, что обо мне думают люди. Stop being lazy. Перестать быть ленивым. Перестать быть ленивым. To spend more time with my family. Проводить больше времени с семьей. Проводить больше времени с семьей. To talk to my parents more. Больше общаться с родителями. Больше общаться с родителями. To stop judging people. Перестать осуждать людей. Перестать осуждать людей. To start believing in myself. Начать верить в себя. Начать верить в себя. That's it for today, and now you can write your resolutions in Russian. The likelihood that your goals will come true is higher when you write deadlines and reread them from time to time. But you know that, right? I wish you happiness and success in the coming year. Я желаю вам счастья и успехов в наступающем году. Thank you guys for watching this video. Like and subscribe. Bye!